знаєте, дійсно прекрасне свято сьогодні, і дуже хочеться у такий неспокійний для нашої держави час, щоб це свято привнесло в наші душі і серця мир і спокій. І всі ми об'єдналися в єдиному пориві, бажанні того, щоб любити одне одного, тих людей, які поряд з нами. Особливо хочеться зосередитися на тому, що Різдво просто сповнене усіляких традицій. Одна з таких – це зустрічати святвечір за святковим столом, але це споживання їжі можливе тільки після сходу першої зірочки. На столі має бути 12 пісних страв, і обов'язковою стравою має бути куття і узвар. Це наші традиційні такі страви. Між тим, сьогодні ми хочемо запропонувати вам певні варіанти прикрашення цих наших традиційних страв. Саме тому за порадами і консультацією ми звернулися до досвідченого експерта. У нас у гостях двічі срібна призерка міжнародних змагань з карвінгу, майстер вищого професійного училища суднобудування з кафедри кулінарії Марія Філіпова. Але сьогодні Марія завітала своєю донечкою Тетянкою. Я вітаю вас зі святом, з Новим роком, спасибо. З Різдвом Христовим сьогодні зустрічаємо. І насправді, ви знаєте, Марія, дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас із донечкою, тому що Різдво – це сімейне свято. Скажіть, будь ласка, як ви зустрічаєте Різдво вдома? Ну, ми, мабуть, особо не відрізняємося від всіх, точно так же, як і всі, ми накриваємо стіл. Є постні блюда, які, навіть якщо хтось не сидів на посту все це час, ну, хоча б в цей останній день хотілося б покушати щось постне, а потім уже, як говориться, з першою зірочкою, да, вже щось м'ясне, вже щось ситне більше. Да, это правда. Тань, скажи, пожалуйста, вот для тебя лично, что праздник Рождества привносит? Даже не знаю, ну, просто семейное тепло. Вот больше так, семейный круг, семейное тепло, все такие дружные, добрые, не знаю, когда уют. Правда, Рождество – это прежде всего семейный праздник, а вот когда вы с друзьями общаетесь, вот как вы, ваше поколение, молодежь, воспринимаете праздник Рождества, что он несет в принципе в жизнь? Насколько это важно, или вы все-таки идете по традициям? Папа, мама так делали, бабушка, дедушка, поэтому и мы встречаем Рождество. Скорее всего, да, по традициям, как родители, как подали пример, так и мы идем по примеру родительскому. Ну, почти все мои ровесники встречаются с родными в тепле, в домашнем таком уюте. И это правильно, это правильно, это то, что продолжает жизнь, это то, что дает возможность надеяться, что все в нашей стране будет так, как нужно, потому что наши дети продолжают наши традиции, и если эти традиции, знаете, такие жизнеутверждающие, то это прекрасно. Но сегодня мы возвращаемся, так сказать, к житие нашему. У нас, вот вы видите, прекрасные такие вот пиалочки, в которых кутя. Но они, эти пиалочки, как всегда, необычные. Маша, как всегда, вы для наших зрителей приготовили такие маленькие сюрпризики. Да, конечно. Хотелось по-разному оформить, поскольку в основном готовится кутя, готовится она из нескольких ингредиентов основных, да, это пшеница, это мак, орехи и мед. Это обязательные компоненты. А также туда добавляют и конфеты, и мармелад, все что угодно, фрукты добавляют. И вообще считается, чем больше в куте ингредиентов, и чем она вкуснее, тем лучше в этой семье пройдет год. Богаче в плане того, что сытости. Угу. То есть год не будет голодным для этой семьи, что в принципе важно всегда было. А принесла в маленьких пиалочках, потому что, чтобы показать разные варианты. Конечно. Все вот это, что тут есть, в принципе, все это мы вырезали в течение нескольких лет в этой студии, поэтому все это знакомо, и не стоит какого-то, не стоит на это особо тратить внимание, чтобы показывать еще раз. Но то, что так можно оформить кутью, иногда просто не приходит мысль такая. Абсолютно, потому что, как правило, мы украшаем, вот в быту обычно хозяюшки украшают тем, что, в принципе, есть в куте, да? И вот Маша правильно сказала, что на столе у украинцев должна быть богата кутя. Поэтому хозяюшки стараются насытить ее как можно большим количеством ингредиентов, и каждый ингредиент носит свое, знаете, такое, можно даже сказать, тайное, волшебное значение. Потому что говорят, что мак – это плодородие,
Орех – это ум. Ну и так далее. Здесь можно очень много перечислять. А вот Маша нам сегодня предложила современный такой вот вариант украшения нашей улюбленной, нашей любимой кути. Это для детей просто невероятный подарок. Представляете, когда вы выставите вот такую вот красотень, что ваши малыши скажут? Это просто будет вкусно, это будет очень полезно, ну и в согласии, так сказать, с традициями. Маш, мы сегодня, давайте вот проанализируем каждый вариант, то, что мы видим. Вот, например, вот это, да, блюдо. Угу. Здесь какие ингредиенты использованы в плане украшения? Яблоко и мармелад. Обычный мармелад в виде фруктов, он продается в магазинах, им очень часто оформляют кутью, но когда он в виде фруктов, для детей он интереснее, чем когда он просто порезанный кусочками. Классно, пахнет вообще невероятно, но мне вот, честно говоря, я не подумала, что это мармелад, мне казалось, что это замороженные фрукты. Можно, например, использовать? Можно использовать замороженные фрукты, но при заморозке и разморозке они немножко теряют вид, поэтому они вот не будут смотреться настолько целенькими. Если хотите, если целенькими, то лучше взять консервированные. Так, вот. Они будут более целые. Угу. А вот здесь, например, это такие желатиновые? Это тоже, да, это тоже мармелад. Это тоже мармелад, который продается в наших магазинах. Он стоит немножко дороже обычного, но зато он в виде абрикос, винограда, бананчиков, ну, то, что детям интереснее, чем просто так. Ну вот, крестников встречать, это просто вот сказка для ребенка, и съест он эту кутью с большим удовольствием, потому что дети, как правило, у нас выбирают, что буду, что не буду, ну а здесь уже без вариантов, мне кажется, однозначно. Ложечку кутью надо съесть обязательно. Обязательно, да. Так, дальше, вот это уже более знакомое нам. Да, это яблочки, то есть я уже сказала о том, что в кутью можно добавлять и фрукты, и ягоды, поэтому вы вовнутрь можете смело порезать и яблоки, и мандарины, и апельсины. Угу. Все, что у вас осталось с Нового года, и дети с удовольствием съедят, и это будет более еще полезно, потому что помимо меда, очень полезного, пшеницы, которая несет огромную пользу организму, вы еще насытите огромным количеством витаминов. Так, это правда, а вот дальше это волшебная веера. Вот так можете, дорогие друзья, свою кутью в этом году и назвать, волшебный веер. Потому что, в принципе, вот это вот такой вариант нарезки яблочка мы знаем, но для украшения кути это, конечно, впервые такое может быть. Это крылья такие, да, у нас? Да, это вот как мы вырезали лебеди, вырезали крылья. А это просто использовались крылья без шеи, то есть вот... А, кстати, часть. Вот они и лебеди. А рядом, да. Вот они рядом и лебеди. Есть и лебеди. Это маленькие яблочки. Они у меня остались еще мои, с моего личного огорода. Вот, они очень маленькие сами по себе были. И поэтому получилось два таких прекрасных лебедя. Да. Это которые правда. Тоже, в общем-то, симпатично смотрятся на кутье. Сегодня Танечка нам покажет еще один вариант, потому что у нас одна пиалка не украшена. Вот она просто притрушена кутья пудрой, да, сахарной пудрой. Да, да. Что можно сделать, Тань? Ну, мы сделаем из цельной мандаринки, сделаем бабочки. Так. То есть мы с каждой долечки сделаем по бабочке. Выбираем это среднюю мандаринку. Очень легко, могут даже детки делать. То есть берем одну долечку, чистим ее от всего лишнего. Я смотрю, что вот абсолютно не используется банан. Вот, да, казалось бы, это зимний фрукт, но с бананом тяжело, потому что темнее, да, Маш? Банан темнеет, но банан можно было использовать. Просто так получилось, что у меня с Нового года бананов не осталось. Так. Остались апельсины, мандарины и яблоки. И... Ну, а если, например, банан, вот действительно, потому что много малышня просто обожает бананы. Банан можно, мы показывали в прямом эфире, как вырезать из банана, например, дельфинов. Угу. Поэтому можно вырезать его в виде дельфинов и вот как веера вставить вот так три прекрасных дельфина. Понятно, то есть в дельфинах это имеется в виду в кожуре. Да, а также можно, конечно же, банан резать и вовнутрь. Угу. Но чтобы он не сильно темнел, желательно его сбрызгивать какой-то кислотой. Ну вот сегодня, например, яблоки, чтобы не темнели, я сделала очень просто. У меня не было никакой кислоты, но у меня огромное количество апельсин осталось с Нового года, поэтому я выдавила один апельсин. И в этом апельсиновом соке обмакала каждый листик. Во-первых, это значит, вкуснее. С вечера сделано, да? Или это вот, вот сейчас? Сделано с вечера, и все это в апельсине для того, чтобы оно не потемнело. Вот они секреты, дорогие друзья, дорогие хозяюшки. Если с вечера все-таки хочется приготовить, а, как правило, самой себе хочется помочь, ну вот посмотрите, мы все знаем прекрасно, что яблоко темнеет. Вот с вечера вырезанные такие вот красивые у нас цветы, веера вот эти все. Однако они абсолютно не потеряли
ни цвет, ни форму, потому что они правильно обработаны. Ну а тут они уже появилось начало трех бабочек. Так. Это... В процессе рождения. Это первая часть. То есть одна долечка разрезается вдоль. Так. И получается как крылышки бабочки. Эти крылышки мы укладываем. Классно. Вот. Ну, для того, чтобы она была больше еще похожа на бабочку, нужно сделать ей серединочку, усики, да, туловище, усики. С чего это вот лучше сделать? Это можно сделать со шкурки апельсина или мандарина. Так. Вот Таня уже сделала готовые, а я вам покажу, как это сделать. Давайте. Вырезается кусочек апельсинки, апельсиновой шкурочки или мандариновой, то есть вы чистили мандарин и с нее же и вырезали. Вот буквально вот такая полосочка. А теперь где-то 1/3 этой полосочки разрежется пополам. Просто ювелирная работа. Ну, как-то да. Маша, а ну-ка поделитесь своим опытом, как вы Таню приобщили к этому? В основном у нас как-то, знаете, дети любят, когда уже все готовое, а с мамой это уже так, вот кому по интересам. С чего начиналось, вот, как вы ее вводили в этот курс? И вот получается такое туловище. Усики, это усики? Усики и туловище вместе, да. Вот, вот Таня их уже уложила на бабочки. А все, вы знаете, все очень просто на самом деле. Я не знаю ни одного ребенка, который бы в детстве не игрался ополовниками, черпаками, ложками. Кастрюлями. У меня у подруги сын просто обожал в 2 года тарабанить по кастрюлям и выгребал все на свете. Несмотря на то, что есть игрушки. Не знаю ни одного ребенка, который бы не хотел рядом с мамой стать, и пока мама лепит пельмени, лепить каких-то чертиков. Вот. А это и есть приобщение. То есть, если ребенку не запрещать, не говорить, ой, уйди, у тебя не получается, то у него потом получится. Пускай он лепит то, что у него не попускает, а будет совсем даже некрасиво. Но нужно все равно это сварить, съесть и сказать, боже, какой ты молодец. Да. И вот от этого и начинается. То есть, о, у меня получилось. У меня как-то дочка сварила, сделала мне салат. Она туда, ой, сколько же ей было, 2 года, добавила капусты, муки, соды. В общем, а есть его было невозможно. Так. Но пока она на меня смотрела, я его ела со слезами на глазах и говорила, что вкусно. Когда только она отвернулась, я это все высыпала в мусор. Понятно. Вот. Но не отбила охоту, самое главное. Да, мне было не очень уютно и не очень вкусный этот салат получился. Да. Вот. Но охоту не отбила. А просто сказала, Дося, в следующий раз только соду и муку не добавляй. А так классно, вообще классно. Танечка, скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда идет процесс украшения вот таких вот блюд, традиционных или нетрадиционных, вот как вы себя настраиваете на то, чтобы красиво было? Это все-таки вот советы мамы или уже какие-то профессиональные навыки есть? На что надо опираться, вот когда просто в принципе хозяюшка подходит к процессу украшения? Ну, если я украшаю блюдо, то по-любому только с мамой. Так. Потому что сама, когда я нахожусь, я себе не украшаю. Так. А с мамой, ну, как мама делает, я то же самое или что-то другое. Нахожу какие-то ее ножи, что-то вырезаю, что-то получается, что-то нет, но все равно красиво, мама хвалит. Это правда. Ну что ж, спасибо большое, что вы сегодня были с нами, что вы поделились своими и семейными какими-то традициями, и вот в плане профессионального уже мы видим, как это все красиво. С праздником вам прекрасным, с Рождеством, мира, добра, всего самого хорошего. Пожалуйста, спасибо. И ваши поздравления нашим зрителям. Ну, самое главное, я думаю, что все-таки, конечно же, мира, добра, здоровья. Пусть этот год будет для всех удачным, пусть этот год для всех будет мирным, и пусть этот год принесет всем только счастье и радость. Дай Бог. Сегодня мы говорим «дай Бог», правда? Да. Спасибо большое.